В столице Верхневолжья была открыта мемориальная доска тверскому краеведу профессору Вячеславу Михайловичу Воробьеву. Участниками церемонии стали губернатор Игорь Руденя, вдова и сын ученого, сенаторы Людмила Скаковская и Андрей Епишин, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской-Кашинский Амвросий, руководители вузов и студенты, а также жители Твери. Вячеслав Михайлович Воробьев – один из самых известных ученых-историков Верхневолжья. За более чем 40 лет научной и педагогической деятельности он опубликовал около 180 научных работ, а также свыше 600 публикаций в периодике. Львиная их доля касалась родного края. Возглавлял в течение 10 лет научно-исследовательскую такую лабораторию, которая называлась «Сот археологических и исторических памятников». Занимались тем, что фиксировали все археологические и исторические памятники на территории Калининской области, тогда Калининской области. Было открыто больше 10 археологических памятников. То есть Вячеслав Михайлович не был кабинетным теоретиком. Он в прямом смысле слова вдоль и поперек исходил родной край. Соответствующий образ навсегда останется в памяти у коллег и учеников. Я как выпускник исторического факультета тоже в свое время проходил археологическую практику. И вот он всегда казался таким вот прям воплощением настоящего археолога, таким, каким он должен быть. Такой большой, в брезентовой куртке, с бородой, увлеченный, с горящими глазами. Вячеслав Воробьев известен как автор и составитель Тверского топонимического словаря. Кроме того, он был одним из создателей первого в России регионального учебника «История Тверского края». Он постоянно, кстати, обновляется, и уже готова его самая последняя версия. Он написан, сверстан, ждем, когда он будет издан. 25-26 год – это большая работа над музеем имени Вячеслава Михайловича Воробьева в бывшем кинотеатре «Вулкан». Неудивительно, что в этот полдень, несмотря на палящий зной, у корпуса «Б», что в студенческом переулке, на торжественное открытие мемориальной доски собралось очень много народа. Родные и друзья, коллеги и обучающиеся вуза, политики и общественные деятели, простые горожане. Церемонию почтил своим вниманием митрополит Тверской-Кашинский Амвросий. Вячеслав Михайлович был добрым другом Тверской епархии. Ни один юбилей не обходился без его участия. Он собрал базу данных о более 2000 наших тверских храмах, монастырях, часовнях. Одним из последних дел, которые успел завершить Вячеслав Михайлович, стала работа по созданию в Тверском парке «Россия. Моя история» региональной экспозиции, занимающей почти треть от всех площадей. Ее масштаб, а также качество подобранного материала уже оценили жители Верхневолжья, в том числе и губернатор Игорь Руденя. И мы побывали на этой выставке, и, вы знаете, это очень системная работа с очень хорошей визуализацией, с очень понятным, доступным, объемным материалом. И сегодня мы видим, что, посещая парк, все больше школьников и студентов проявляют неподдельный интерес к нашей истории, культуре. И вот Вячеслав Воробьев снова вернулся в свою «Альма-Матер». Теперь он всегда будет глядеть на входящих преподавателей и студентов своим горящим взглядом. Этот большой и увлеченный бородатый человек. Настоящий патриот Тверского края.